Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». И в ближайшие минуты я расскажу вам, как провести эти выходные насыщенно и интересно. Не переключайтесь! Детская картинная галерея продолжает марафон предновогодних мероприятий и в эту субботу приглашает взрослых и детей от 12 лет на лекцию об истории новогодней игрушки. Можно будет увидеть игрушки различных исторических периодов и узнать о том, как появилась традиция наряжать ель дома, из чего обычно делают елочные игрушки, чем новогодние украшения отличаются от рождественских и многое другое. Начало лекции в 16:00, вход по предварительной записи. Узнавайте подробности в группе детской картинной галереи ВКонтакте. А в ДК «Заря» пройдет новогодний концерт «Наполним музыкой сердца». На сцене народный коллектив академического пения «Ноктюрн». Получить яркие впечатления, окунуться в атмосферу тепла и радости и на время отвлечься от праздничных хлопот можно будет в воскресенье 18 декабря в 15:00. Вход свободный. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей на классическую шекспировскую постановку «Два Веронца». Это первая романтическая комедия Шекспира о высоких человеческих чувствах и больших нравственных ценностях, о верности в любви и дружбе. Действие пьесы происходит в 17 веке в двух итальянских городах – Милане и Вероне. Параллельно развиваются две истории, и несмотря на хитросплетение и интриги, финал по законам жанра комедии счастливый. Воскресенье, 18 декабря, начало спектакля в 18:00. Кстати, театру «Самарская площадь» исполняется 35 лет. В честь этого события театр традиционно представляет зрителям премьерный спектакль. 21, 22 и 23 декабря состоится показ спектакля «Шут Балакирев». Спектакль приурочен к 35-летию театра и 350-летию со дня рождения великого российского императора Петра I. Не пропустите! В субботу, 17 декабря, в музее Эльдара Рязанова пройдет очередная встреча в рамках проекта «Как разбираться в историях кино». В этот раз расскажут о том, как разбираться в жанрах кинематографа, на примере творчества режиссера Джона Карпентера. Он в первую очередь известен своими культовыми ужастиками, но в его фильмографии есть и удивительные образцы фантастических мелодрам, полицейских историй и вестернов про вампиров. На примере фильмов Карпентера расскажут о том, как со временем смещаются жанровые границы кино и как это позволяет кинематографу переизобретать себя вновь и вновь. Истинные киноманы не пропустят это событие. Начало встречи в 17:30. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.